задача была не просто победить и сыграть на ноль те моменты, которые нас не устраивают. Мы стараемся исправлять, поэтому небольшой шаг в этом направлении сделали сегодня. Вопрос есть по трансферу у нас. Скажем, получал ли ваш клуб предложение от на игру Тихонзена тогда? Ну, вы знаете, сейчас трансфера не готов комментировать, потому что предложение мы по многим футболистам получаем, интерес к ним есть, а комментировать уже, когда что-то состоится, тогда и дадим информацию. Насколько это, что Изидор может уйти в Марсель? Сейчас он начал готовиться. Футболе может все произойти, но те игроки, которые сегодня были, это все игроки основного состава, на всех мы рассчитываем. С этой же дочиной от игроков команды до конца трансфера? Ну, длинный трансфер, так очень летний. А сейчас мы рассчитываем именно на тех, кто у нас есть в команде. Как идет процесс восстановления Макеева? По плану. А Конти? Тоже. Спасибо. Значит, игрок на прошлый сезон, он молодой, но тоже в самое время есть история о том, что Зенит готов. Ну зачем это все постоянно сбросы, вбросы, пеняя игрок в локомотива? Почему?